сейчас, в привычном состоянии. Причем самое интересное то, что отсекаются изменения любые. Ну, да. Как отрицательные, так и положительные. То есть да, давай вот здесь в нашем болотце будем сидеть, да, и ничего не делать. И, точно. А там, глядишь, само все как-то рассосется. А там уже и конец. Да, да, там бабах 89 лет тебе. Ты с моря запишешь какую-то мелодию. Ее можно на море взять, она не утонет. Ты можешь с ней дышать под водой даже. Чайки там, волны, ты вечером играешь красиво, а? А у меня, знаешь, идея была с собакой выходить гулять. А? Ты собаку тоже с собой возьмешь на море? Нет? Нет, собаку в гостиницу. Не будет? Ну, во-первых, транспортировка. У тебя одна собака? Собака, кошка, улитка. Угу. Собака одна вообще. Кошка еще. У нас два кота и две черепахи в аквариуме. Цель здесь просто длинный выдох, ровный. Спокойный диафрагмальный полный вдох и медленный длинный выдох. По возможности без усилий. Детям это невыносимо, и они хотят именно добавлять что-то. То есть это тоже надо добавлять, чтобы не надоело вот это вот длинное, видимо. Человеку хочется немного и поиграть.
наш надо комбинировать вот с этими длинными. Длинные очень важны для шаблонизирования, чтобы вообще в принципе произошло запоминание этого вот этого построения вот этого запоминания. Мышечная память. А еще, наверное, нету. Посмотрел туда? Может, еще да, нет? Я уже знаю, что есть. Посмотри. Потому что у меня... Что-то трудно верится прям. Есть? Ну да. Посмотри. Вот. Немного, кстати. Нет, немного. Посмотри, только стал порог образовываться. Видно там, что такой пар только стал образовываться. Сейчас еще немного потеплело здесь уже. Хорошо, длинный звук можешь делать. Сначала научиться длинный и без усилий. Успокаивающая практика, для меня напрягающая и выматывающая. И то есть получается тебе надо поставлять соотносить наше состояние и пытаться приходить к тому, что я делаю. Для того, чтобы для тебя стало это легко. То искать, почему тебе трудно. Пробуй, смотри, как я делаю, смотри, как ты делаешь. Попробуй выясни, почему у тебя так. Почему ты не можешь прийти к этому легкому. Что тебе мешает? Хочется больше динамики. Твоя природа может больше чуть-чуть делать что-то. Ну, или состояние такое. Может требует делать что-то вот такое. Некоторые люди в динамике учатся приходить к своему. Некоторые к этому. То есть надо выяснить. Надо найти свой метод. Потому что к покою можно же по-разному прийти. Кто-то приходит в покой, то, что он плюшевую утку полупцует. Кто-то к тому, что он просто посидит. Кому-то не можно сидеть, ему надо сперва выплеснуть. Вот это у каждого свое индивидуальное. Надо свое искать. Тем более это от каждого состояния. Вот оно варьирует в течение дня, в зависимости от ситуации. Поэтому надо находить свое что-то. Индивидуальная штука. От темперамента зависит, от ситуативного настроения. То есть это невозможно подогнать под какой-то вот такой роботный стандарт. Надо вот именно свое находить. Вот так с каждым учеником у меня разный метод. Одному надо так, другому надо так, другому так. Ну и в конце приходим к этому расслабленному длинному. Сильно туда зажимать нет смысла. Надо как-то прийти к нему, играючи.
например, с одной ученицей мы играли почти без нот, здесь трое сидел кузнечик. Ничего другого не могли. Вот это вот. Она тоже не могла никакие звуки держать. Но просто бывают люди, они более, скажем, динамичные. А некоторые могут дудеть это. Это надо найти. И как вот в кунг-фу панде, надо каждому свои плюшки найти. Вот что тебе больше понравится в этом. Ну да. Что тебе свойственно там или гармонично. Кто-то из нас Моцарт, кто-то Шуберт, кто-то Шопен. Каждый свой темперамент. Надо свое найти. Кто-то Вивальди, кто-то Паваротти. Кому-то просто волосы мешают здесь. Может быть. Mm-hmm. Мало ли. Или флейта неподходящая. Стул плохой. Мало ли. Я имею в виду вот этот, на котором сидим.